Святой Андрей был военачальником. Слово «стратилат» означает «командующий». При нашествии персов он отобрал небольшой отряд лучших воинов и выступил с ним навстречу врагам. Перед сражением он убедил своих бойцов призывать имя Христово. Бойцы послушали командира, и многочисленное войско противника было разгромлено. Власть отблагодарила солдат за победу арестом и пытками. Обращение ко Христу считалось крамолой. Чтобы не делать волнений в народе после мучений, их отпустили для виду. По следам же их послали карательный отряд. Каратели настигли Андрея и его воинов в ущелье Тарских гор. Бойцы не стали сопротивляться своим. Вот такая история произошла около 302 года нашей эры.